общаются жираф с бегемотом. Жираф весь такой пафосный, вальяжный, подходит к бегемоту. Бегемот, ну скажи, как ты пьешь коньяк? Ну как? Взял так, колыхнул, хоп, накатил, все. Ой, я так знал. Смотри, как пью коньяк я. Делаю глоток, и эта волшебная янтарная жидкость медленно, медленно начинает стекать по моему горлу, по моему длинной шее, обволакивает теплом, негой и удовольствием. И все это благодаря тому, что у меня длинная шея, я получаю огромное наслаждение. Понимаешь? Ну это понятно. Оплевать.